Насосное оборудование «Аквариум». Поверхностные многоступенчатые насосы серии AMH. Конструктивное отличие насосов данной серии – это несколько рабочих колес. В зависимости от модели, рабочих ступеней может быть 3, 4 или 5. Материалом для которых служит технополимер или нержавеющая сталь. Вал насоса изготовлен из нержавеющей стали. Для обмоток статора применяется медь высокой степени очистки. Насосы имеют термореле защиты от перегрева. Многоступенчатые насосы экономически более выгодны, так как при одной и той же мощности насосов многоступенчатые способны дать большее количество воды. Насосы серии AMH можно отнести к группе более тихих насосов, и как итог эти насосы могут устанавливаться в помещении. Многоступенчатые насосы Aquario серии AMH – идеальное решение для водоснабжения коттеджа, мини-гостиницы или больших систем полива, так как насосы имеют увеличенный расход и экономят потребление электроэнергии. Aquario – качество и контроль.